Школа Архангела Михаила, урок 13. Скажи мне, как уходить от привычек? Каким образом, не сильно напрягаясь, получать исцеление? Вообще, что такое вредная привычка? Это очень просто. Это болото. Сверху вроде бы смотришь поверхность как поверхность. Но ступаешь на эту площадку и начинаешь вязнуть. Сначала как будто не сильно, затем видишь, что дела все хуже, затем человек начинает сопротивляться, поскольку видит, как его медленно, но уверенно затягивает на дно. И если хочется опять почувствовать твердую почву под ногами, нужно просто остановиться и осмотреться по сторонам. Я не предлагаю молниеносно вытянуть себя за волосы, как Мюнхгаузен, но вместо неистовой борьбы или тотального погружения уменьшить движение в направлении самоуничтожения. Что это значит? Для начала принять то, что ты уже в болоте привычки, и признать этот факт. Затем начинать постепенно уменьшать потребление, каким бы оно ни было. Попробовать отвлечь себя и вместо 3 сигарет выкурить 1, вместо 2 тарелок съесть половину, 1 тарелку и посмотреть, удовлетворили ли тебя результаты, полученные вследствие этих маленьких шагов к своему же освобождению. Затем, точно так же, оглядываясь по сторонам, поискать маленькую веточку, которая сможет стать спасительной в положении человека, страдающего зависимостью. Это может быть все, что угодно. От прочтения книги до разговора с психологом, рисования, прогулка, все, что посчитаете нужным. Затем эта маленькая веточка начнет показывать вам, что она является путем и мостиком к огромной крепкой ветви, которая с легкостью поможет выбраться из болота. Архангел Михаил. Благодарю. Приняла Оксана Камяна. Благодарю тебя, Архангел Михаил.